Всем здоров, дорогие друзья, с вами Валерий, и у нас на очереди очередной инди-хоррор под названием «Лабиринт Медузы». Не знаю, про что игра, короче, вот, на полностью на английском, так что понимать мы ничего не будем, как обычно, вот, и про что игра, я не знаю, наверное, про лабиринт и про медуз. Вот. Давайте, короче, New Game. Посмотрим. Будем сраться бояться. Так, бла-бла-бла. Что-то лорту. Black Sea Death. Короче, не знаю. Кому интересно, сами переводите. Я не знаю, ничего не понимаю. Так, смотри. Мы, короче, очутились в каком-то болоте. Здесь по-любому какие-то медузы живут. Так. Сразу побежал назад, короче. Я уже боюсь, и я уже не хочу в это играть. Я хочу свалить отсюда подальше. Так, ладно. Окей. Хорош придуриваться. Ног у нас нет. Так что придуриваться мы не будем. Пойдем. Чуть медленно так ходит. Я... Левая кнопка мыши, правая кнопка мыши. Не работает. Я хожу так же, как он бегает, короче. Окей, смотри, тут что-то лежит. А, Алиона. Какая-то парт 1.8. Часть 1.8. Так, давайте там, ставьте на паузу, короче. Сами читайте, переводите. Я не знаю, что за пепельница дымится. Окей, все туманно. Короче, смотрите, какие-то арки, какие-то штукенцы, знаете, как, похоже, как будто, да, Древний Рим, наверное, да? Типа вот как Колизей там был, да, такая вот. Колонны такие. На Рим похоже, да? Лампа Аладдина. Фруктики. Так. Все, у нас проход завален. Я туда... Ой, я сейчас провалюсь и не вылезу, наверное. Окей. Так, куда мне идти? Мне идти, наверное, надо вон туда. К большому зданию. С большими колоннами. Так. Тихо. Кто там? Колокола. О, чувак. Здорово. А, это статуя. А нет, это человек, да? Смотри, тут что-то еще. Короче, окей. Это его записули, наверное. Чувак. Смотри, сколько что-то какие-то кувшинов, целая куча. Это приношение, что ли, было здесь? Или что здесь? Непонятно. Статуя, смотри, многорукая. О! Это монстр. Окей. Смотри, какое звездное небо. Ладно, погнали, давай. Заходим внутрь. Так, смотри, еще записочка. Еще записочка. Заходим внутрь. Окей. Зашли. Зашли, и что нас ждет? Мы в какой-то комнате. Какой-то секрет, короче. Какой-то секрет. Здесь у нас. Так, дверь заперта. Дверь заперта. Ладно. Ладно. Музычка такая спокойная, да, прикольная. Смотри, кровать. О! Лицо кровать. На кровати какое-то чье-то лицо. Бухлишка. Бухлишка. Смотри, неплохая хата, да? Так, смотри, так. Тепло здесь, да. Огонек. Может, шашлычки пожарить на углях, да? Мяско какое-нибудь. Кроватка большая. Бухла целая куча. Есть чтиво, можно почитать.
всякое. Так, а что делать? Диванчик, каменный диванчик для гостей. Окей. А что делать? Это камин? Тапок. А я садиться могу? Да, смотри, я садиться могу. Смотри, тапки. Окей. Может, что-то дернуть? Проход. Проход открыл. О, смотри, еще чтиво. Еще чтиво. О, спускаемся. Я так понимаю, мы спускаемся в лабиринт. Окей. Тут сейчас будет страшно, наверное. А, дверь закрыли, как всегда. Молодцы. Так. Проходов теперь целая куча. Веревку не дергают. Веревку не дергают. Контру садится. Короче, обучалка. Ладно, я тебя понял. Обучалочка. Там заколочено. Ну там свет. Там темно. Так. Я пойду, где свет. Shift бегать. Это мы знаем. Это мы знаем, да. Это можно не говорить. Ку. А, смотри, можно выглядывать. Можно выглядывать. Хоп. Есть кто? Есть кто дома? Черное яблоко. Так. А это что? А это у нас... Кто свет выключил? Это у нас факел? Типа. Погоди. Во-во-во-во-во-во-во. Мне страшно уже. Мне уже страшно, друзья. Страшно, вырубай. Что за звуки? Твою мать. Так, короче, мне надо... О, смотри. Поджечь факел. Чего не поджигать? Подожги. Да твою мать, чего? Чего и там? Чего и... Чего и там кричат? Ладно. Не обращаем внимания на эти противные звуки, страшные. Так. О, смотри, комната. Комната за писулями. Писульки. Сердце так стучит, да, так прям. Так, музыку вставить сюда. Так, я тебя не понимаю, короче, ты мне там написал. Но, допустим, что-то предупреждение какое-то, допустим. Ой. А, это статуя. Опять многорукая. Многорукая статуя. Так, можете... Можете... Чё там? Стопку в кулак поставить. Может, что-то другое в кулак зажать. Так, ладно. Так, а здесь... Мы здесь были, нет? Читали это, нет? Я уже... Чё там, Херопоинт? Херофант. Так, ладно. Тут завален. А тут? А тут не завалено, смотри, здесь все четенько, все четко. Ничего не завалено. Так, еще записка. Аркас глаголит. Смотри, лук. А, F. Два. А чё ты бросил-то? Ф.
факел бросил. Нельзя, что ли, и факел, и этот, и лук таскать? Нет? Так, погоди. Тап, лук, инка. А, вон стрелы, смотри. Три стрелы. Оп! У меня есть три стрелы. Оп! Так, окей. Зем тут. Все в паутинах. Окей, какие-то пещеры. О, смотри. Я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Надо, короче... Так, а как стрелять? Где? А чё, прицела нет? Вообще шикарно. Блин! Последняя стрела. А как... Я могу как-то прицелиться, не знаю. Это убрать. О, отлично. С третьей стрелы, короче. Все, у нас стрел нету. Стрел нету, и хер с ним, короче, давай. Мне нужен факел. Без факела никак. Это что за свечение? Ладно. Так, какие-то рисунки. Тихо ты. Я могу поджечь? У меня факел сдох. А факел-то потух. Стоп. А я там видел еще один факел, короче. Здесь. Нормально тогда. Так, а я смогу его поджечь еще раз? Да. Внутри. Чё-то он еле горит, нет, не кажется? А, смотри, опять горят. Опять огонь горит. Так, там заколочен. Окей. Кто-то копытами стучит. По ослиному кричит. Так, а куда... Блин, куда я? Все правильно иду? Бегу куда-то. Давай сюда. Давай сюда зайдем. Ой, блин! Напугал твою мать, а! Смотри, этот человек... А это случайно не это, не медуза Горгона, которая... Которая это... В камень превращает своим взглядом. Чё у меня факел опять потух? Еле горит. Есть еще дубина, которую можно поджечь? Ой, отвалился вообще. Смотри, еще один факел. Да погоди ты, а как мне факел-то? О. Отлично. Так. А, тут не пролезть. Окей, здесь мы вернулись, короче, пришли за факелом только и книжку почитали. Так. Правильно иду? Завалено. Или это я обратно пошел?
я заблутал. Лабиринт. А, нет, тут эти стены я не видел, да? Или видел? Это мост. Это мост, который мы стреляли. Окей. Заплутал. Заплутал, Валерка. Ладно. Так. Отсюда. Так, тут какая-то миска. Наверное, поджечь можно, нет? О, смотри, зеленый огонь. Зеленый огонь. Значит, можно идти. Так, что-то написано опять. Еще зеленый огонь. Это, наверное, какие-то контрольные точки, да? Стулья. Факел. Запомним. Там лежит факел. О, еще спуск вниз. Ой-ё. Там что-то. Че, эту чашку не поджечь, что ли? Давай. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. А, вот тут зеленым горит. Ладно, нормально. Нормально. Так. Твою мать! Что это было сейчас? А, это завалило. Ну окей. Хорошо, что не монстр. Так, свитки всякие. Еще ниже. Да вы издеваетесь. Куда ниже-то? Так, смотри. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, давай поменяем факел, наверное. Тот мне уже не нравится. Слишком дряхлый, слишком старый. Смотри, уже голубой сияник. Ой, ёп! Твою мать! Что за на? Ты кто такой? Медуза же женщина! Какого хера какой-то мужик рычит? Это комната, да, такая какая-то странная. Вам не кажется? Смотрите, цветочки. О, свет, я вижу свет, можно выбраться. Я бы вылез через дырку, короче. Блин, а что такая музыка-то? Прям напрягающая. Это типа это... Древнеримская плазма, что ли? Да. Садись. Залази. Окей, ладно. Комнатки тут. Так. Так. Еще подожгем. Света мне надо больше. Я задолбался ходить в потемках. Так, здесь заколочено. Интересно, чем дает от этого то, что я сейчас зажигаю? Нет? Да, нет. Нет, да, 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 нет, да, нет. Кто не знает? Нет, да.
Ой, ёп! Пёрный театр! Там какая-то крокозябра прошла. Что за нахер? Твою мать, тихо ты! А факел-то... Он видит факел, нет? Я просто так нахожу. Чё за херня там? Твою мать. Ба! Беги, твою мать, беги! Куда-нибудь! Тварь! Жесть! Ба! Хорошо, что у меня нет выносливости. Беги, беги, беги. Здесь куда-нибудь. Куда-нибудь. Куда? Вот туда. Сюда. Да все! Твою мать. Дебил какой-то, блин. Скозложоп, не знаю. А где я начал? Откуда? Так. Погоди. Не здесь. Он вот в этой комнате, да, должен появиться. Ну давай. Тварь. Так, сейчас туда забегаем, короче, направо. Резко направо. Бегом. Бегом направо. Все. Я надеюсь, он ползать не умеет. Так, окей. Окей, а здесь. Ну, а здесь что? Ну. Я понял. Хитро. Тихо. Так. Не дергает. Не дергает ничего. Так. Погоди. А сюда я могу залезть? Нет, не могу залезть. Короче, эта тварь будет нас преследовать, я так понял. Куда идти-то? Я заплутал. Все правильно, да? Не отсюда я пришел. Не, походу не отсюда. Окей. Все четко. Опять это говно вышло. Рогатое. Беги куда-нибудь. Беги от него куда-нибудь. Хера дыхнул кто-то. Кто дыхнул? Так. Подушки всякие. Окей, так, погоди. Что здесь у нас? Слышишь, да? Так, погоди. Топает, топает. А факел, интересно, факел его... Он увидит факел? По звукам он очень... Сюда зашел! Тихо! Уйди! Уйди! Он какой-то рогатый какой-то, да? Знаете, это, короче... Как помните, в агонии там этот сугуб был, сугубы были. Что-то похожее, да? Тихо. Он ушел? Топает так. По голове себе подтопай. Так, окей. Все.
ушли от него. Смотри, щиты. Щит? Да, взять бы щит. Не знаю. Я бы на месте героя взял бы щит. Так, поменяем факел. Смотри, какой здоровый череп. По-любому инопланетяне. А, лук. Не надо. Факел, факел. Да достань ты факел-то уже, бля. Задрал. А чё, не поджечь об эту маленькую штучку? Погоди. А чё я могу поджечь? Давай вот здесь. О, отлично. Так. Какие-то комнаты. Комнаты, комнаты, кругом комнаты. Непонятные. Ух ты, из костей, смотри, тут выложена стена. Опять чувак здесь каменный. Может, ты оживешь? Опять где-то хрюкает. Свинья. Твою мать, что за звуки? А, тут завалено все. Алло. Вот проход. Вот он, где проход. Так. Я куда-то... Я вообще не понимаю, куда и куда я бегу. Здесь я был, походу, да? Или нет? Я боюсь даже оборачиваться, что там сзади. Твою мать, беги! Беги! Факел потух! Факел потух! Дверь закрыли! Кредит! Кредит! Все, конец игры! Вот так! Вот такой вот! Вот. О, нет, не конец, смотри! Я думал уже все, кабздец! Приплыли! Оказывается, нет! Смотри, какая-то, короче... А, воду нам не спуститься, да? Короче, это... Бассейн какой-то. Что-то свечи, да, горят. Какой-то, знаете, это, блин, поминальная какая-то. Там он, смотри. Статуи, статуи. А где медуза-то? Медуза-то где? Замок, замок этот, цепи, смотри. Ладно. Окей, а что делать? Чутка эти цепи кругом. Эти цепи, цепи, мама, разорвать. Thank you, playing. А, ну это все, это конец, да. Что-то там мор 240 тысяч, что-то плей игроков, что ли, там что-то бла-бла-бла, медуза. Окей. Нажмите хер. Пресс хер. Нажми на хер. Ну, наверное, это все, да? Это все. А, это, короче, меня в интернет выкинуло. Вот. Ран, пассеран. Поэтому, наверное, все, да. Вот. Ну, и, наверное, я буду заканчивать. Вот такая вот... Ебень. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, вот. Комментируем обязательно, кому понравилось, кому нет, вот. И с вами был Валерий, всем пока.